Всем привет! В июле месяце на Белорусском вокзале города Москвы я делала тест ПЦР на ковид. Чем мне понравилось, что они делают круглосуточно. Как найти, как выйти к этой лаборатории? Вот если вы повернетесь лицом к центральному входу вокзала, то вам необходимо будет двигаться в левую сторону от него. При входе, как и на всех вокзалах, вам надо будет пройти досмотр. Затем вы выходите на перрон и сразу увидите лабораторный пункт красного цвета между 6-м и 7-м путями. Кстати говоря, вы сразу можете зарегистрироваться на сайте заранее РЖД. Там вы все свои данные поставите, даже оплатить вы уже можете и с этим прийти, и тогда вы вообще очень быстро пройдете. А если вы не заполните заранее, не зарегистрируетесь, то сделать это вы сможете внутри. И еще на что хочу обратить внимание, оплату принимают только банковской картой. Я этого не знала или не обратила на это внимание, скорее всего. В общем, мужчина за мной, он оплатил, и я ему отдала наличными деньгами. Результат я получила в течение где-то 4 часов, хотя делала стандартный тест. Они делают и экспресс-тест, который результат уже готов через 3 часа, но стандартный 24. Вся информация у них висит на табло сбоку этого помещения. Очень удобно все. Если, допустим, у вас нет электронной почты, то вы можете получить на официальном бланке в этой же лаборатории. Надеюсь, я вам помогла чем-то. Посмотрите, как выглядит присланный на электронную мою почту результат на двух языках. Всего доброго!